Добрый вечер. Закончилась у нас очень жаркая игра, которая закончилась двумя удалениями. Комета играла с группой «Здоровье». С нами, наверное, один из героев встречи, Станислав Часовских, вратарь команды «Комета». Не удалось Стасу, конечно, спасти свою команду от поражения, но супер моментов было много. Стас, ну что происходит с «Кометой»? Почему на одной лиге не удается выиграть? Здесь не хватает вам чего-то. Вот что? Состав? Людей не хватает. Состав постоянно меняется, вот поэтому не можем найти свою игру. Может, на улице их пособирать? Объявление какое-то подать? Мы думаем насчет этого. А с чем связано? Ты не знаешь? Тут эта потасовка. Вроде ничего такого сверхъестественного не произошло. Ну, скорее всего, наш игрок после контакта. Надо было спокойно, так сказать, переждать момент. Но он начал ногами тоже. То есть после драки кулаками, конечно, не машут. Ну, вот так эмоции совладали. А дальше как будете действовать? Да ничего, так же будем. Да, играть, да. Смотреть и так далее. Я опустошен сам. Два нелепых гола каких-то. Ну, они заслуженных, потому что группа «Здоровья» сплоченный коллектив. И поэтому вот так. Плюс замены. Сделали свое дело. Ладно, не буду больше задерживать. Спасибо, что пришел. Да. Начаивать.